Этот КамАЗ едет на стройку. По двору жилого дома вдоль детских площадок. Если бы это было один раз, жильцы бы не возмущались. Но движение большегрузов в этом месте улицы Сураева-Королёва стало слишком интенсивным. Где-то порядка 3-4 машин за день приезжает, но это еще стройка не началась, они только организовывают площадку. Мы сами, как водители, заезжая во двор, соблюдаем правила дорожного движения, там едем 5 км в час, и то это на легковой машине, когда обзор хороший. Но когда ты на грузовой машине сдаешь сюда задом, разворот, не имея обзора четкого. А ребенок, извини меня, здесь баскетбольная площадка, улетел мячик, он побежал за мячиком и запросто попал под машину. А еще разобьют дорогу. Кто ее будет потом восстанавливать, неизвестно. Дом планируют строить 2 года, не нужно объяснять, во что за это время превратится асфальт. Наталья Кондрашина показывает план, согласно которому дорога вместе с парковкой – часть придомовой территории. И жильцы многоэтажки против того, чтобы ее разбивала строительная техника. При въезде стоят знаки ограничения веса, но жалобы людей, правила дорожного движения застройщик пока безнаказанно игнорирует. У нас получается, что они перекрывают движение нашей парковочной этим. То, что уже у нас был случай, когда перекрыл больше груза, очень длинно перекрыла всю парковку, и девушка не смогла уехать на работу. К котловану можно подъехать со стороны соседней стройки, минуя дворы жилых домов. Но это немного дальше. То ли в целях экономии горючего, то ли по какой-то другой загадочной причине застройщик решил проложить путь напрямик. Многоэтажка здесь строится по заказу республиканского МВД. У жильцов есть информация, что подрядчик сейчас пытается получить в ведомственном подразделении в ГИБДД разрешение на этот подъездной путь. Поэтому велика вероятность, что совсем скоро на законном основании вдоль детских площадок, разбивая асфальт, пойдут вереницы строительной техники. Но люди пока еще верят, что чиновники их спасут и не доведут до трагедии. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.